Здравствуйте! Про разнообразный мир орхидей много написано книг, и в интернете можно прочитать статьи. И там есть такие понятия, как симподиальные и моноподиальные орхидеи. Вот в этих сложных, на первый взгляд, терминах мы сейчас постараемся разобраться. Если посмотреть на внешний вид, орхидеи довольно-таки сильно отличаются. Вот здесь просто такой вот росток, а вот здесь еще у корня вот такое есть утолщение. А вот эта орхидея имеет несколько ростков. Все орхидеи делятся на две большие группы. Так называемые моноподиальные орхидеи – это орхидеи с одним ростком, с одной точкой роста. Фаленопсис – яркий представитель вот этой группы. Больше здесь вот никаких ростков не будет. И симподиальные орхидеи – это орхидеи с несколькими точками роста. Вот пример, несколько ростков. И вот здесь, когда она отцветет, еще одна вырастет такое утолщение, которое называется псевдобульбой. Вот этот вот вид орхидеи называется еще по-другому, называются их бульбоносные орхидеи. Вот эта бульба содержит в себе питательные вещества, которые питают цветок. Когда орхидея цветает, то здесь образуется еще бульба. На каждом растении, на каждой деленке должно быть не менее трех бульб. И когда отсюда листики в конце цветения отпадут, не нужно удалять вот эту высохшую бульбу, потому что растение будет питаться за счет питательных веществ, которые здесь расположены. У фаленопсиса такого нет. У нее образуется цветок прямо на стволе, никаких бульб, никаких здесь других ростков уже не будет. Ярчайший представитель моноподиальной орхидеи с очень таким большим количеством ростков, и вот здесь вот псевдобульба расположена там глубоко, но она есть, это вот цимбидум. Много бульб и много питательных веществ, и у него образуются такие вот крупные цветоносы. Вот таким образом отличаются наши прекрасные питомцы на подоконниках. Надеюсь, вот наша вот эта информация поможет вам правильно ухаживать за своими орхидеями.